Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, да, я тут все пытаюсь насобирать обычных дракорексов, просто, да, по 500 штук их надо, если трицератопса много, то дракорексов у меня маловато на карте, там, где я обитаю, так что дракоцератопс, несмотря на то, что он легендарный, мне его собрать тяжелее, чем какого-то уникального, потому что сегодня мы будем, ребятки, прокачивать вот это уникальное существо, по-моему, диараджозавр называется, да, сейчас посмотрим. Да, диараджозавр, то есть это у нас раджакилозавр плюс кентрозавр получается, да? Раджозавр плюс анкилозавр, это два уникальных существа. Так, давайте создадим еще, ну, нам очков побольше желательно. Ну, выглядит он тоже шикарно, шикарно, но он просто мелкий, вот если бы он был крупнее, ну, в принципе, у нас есть трики для этого дела, так что не беда. Да. Ну да, мне маловато, конечно, анкилосов. Надо их подловить. Подловить сейчас, кстати, идет как раз акция на анкилосов. Так что, ну, я в основном ловлю кого там? Дейнахейров, да, по-моему. Я в основном ловлю дейнахейров для этого Эрли Доминуса или кто там у нас. Так, ну что, давайте последний раз нажимаем. И ровно 10 нам попалось. Кентричи довольно много на карте, и его, ребятки, момент истины создать. Ну, очень он похож на диараджозавра, только вот шипы появились. Теперь он вообще реально крутой, блин, ну, вот кому, ребятки, он похож на Годзиллу, ставим лайкос, потому что тварь, она похожа на Годзиллу, а клюв как у этого... у этого, блин, насекомого, с которым сражалась Годзилла. Ну, что-то такое вот. У него так как бы и не зубы, а вот именно пластины, наверное, как у какой-то панцирной рыбы, вот что-то такое. Выглядит он, конечно, прикольно. Ну, у него, давайте предположим, что у него хорошо. У него должна быть защита какая-то ядреная. Он же у нас все-таки броник и кентрич, опережающий удар, замедление, броня. Ну, давайте будем смотреть, что у него есть. Итак, на 21 уровне у него 3000 здоровья, это немного. Удар 700 тоже немного. У него контратака должна быть, наверное. Скорость маленькая, броня 30, неплохо. Так, пригвождающий удар есть. Ну, ничего особенного. Короткая оборона, 50% на 2 хода, тоже ничего особенного. Отвлекающий маневр, 1,5 урона на 2 хода, тоже ничего особенного. И мгновенная непобедимость. Ну, честно говоря, вообще не впечатлил по ударам, может оно как-то там... Но у него есть, смотрите, есть контратака, урон 1x, это хорошо, там не 0,3, не 0,5, он 100% атаки отдает. И замена с усилением есть. То есть на него, если подменяться, то, в принципе, неплохо. Диараджозавр означает двойной раджозавр. Этот невероятный супергибрид сильнее хищного раджозавра и травоядного тадзянгозавра. Так, давайте мы посравним теперь, как он у нас идет. 3700, 108, 30. Скорость лучше, броня та же, крит такой же. Здесь жизни больше, удар меньше. То есть они, в принципе, по характеристикам одинаковые. Чуть-чуть баланс смещен. Удар такой же есть. Один урон, оборона 50% на 4 хода. Там мгновенная непобедимость. Вот, то есть этот удар есть, нету улучшения. Но есть снижение урона. И есть пассивочка. Одна пассивочка. Ну, довольно они похожи, да. Довольно похожи. Ну, давайте будем сейчас смотреть и пробовать. Так. Изменить. Давайте Туарамалоха заменим на диараджозавра. В принципе, давайте мы тогда сюда и самого раджозавра поставим. Трики возьмем. И кого еще бы взять сюда в команду, допустим, вот вместо тебя. Кого бы было интересно посмотреть вместе с ним. Того же Кентрича можно взять. Ну, не знаю, давайте. У нас сейчас редкая башня будет. Там противники 15, 16, 17, если я не ошибаюсь. Ну, а потом я еще дождусь какой-то следующей башни и добавлю сюда еще какие-то сражения. Так, у нас две попытки, потому, в принципе,
принципе, хорошо. Так, атака ко дню Святого Патрика, да. Так, бросьте вызов команде выбранных сообществом существ в ударном событии в честь Дня Святого Патрика. Рекс, мы знаем, больно бьет сквозь щиты и броню, то есть, короче, против как раз Диараджазавра он будет хорош. Сам, собственно говоря, Кентрозавр есть у нас, и сам Ираджазавр. Кстати, довольно-таки прикольные противники у нас тут. Вот так, давайте пойдем. А кто из наших самый быстрый? 100... Так, кстати, что у них по ударам? 104, 120, 102. 104, 120, 102. Кто у нас тут самый быстрый? 112, 104, 108, 108. Ну, типа с Кентрозавра стоит начать. И сразу можно будет подмениться на нашего Диараджазавра. Но он по габаритам будет тоже небольшой, скорее всего. Трики у нас большой, а эти раджики мелкие. Потому что трики у нас там от Рекса корни. Так, а на него тоже, кстати, подмениться можно было бы. Так, вот Рекс появился. Естественно, снижение урона. Ну, Рекса лучше... Так, контратака малая. То есть это сколько было? Четверть, что ли? Малая контратака. Да, четверть, 25% всего лишь. Так, ну он сейчас это переживет. С трудом, конечно. Это прилетел сильный удар. Отлично. И вот теперь время подмениться. Подменились, себя усилили. Рекс сейчас получит... Блин, ну больно ударил. Сквозь броню и сквозь, конечно. Так, ну давайте теперь смотреть. Кентр появился. Ну, а контратака? Это была контратака. А теперь сам удар. Выжил, блин. Блин, сейчас пробьет, да? Нет. Ух. Ну давайте опережающую непобедимость. Хотя, что это нам даст? Не знаю. Ну, да, в принципе, мы контратакой отбились. То, точно, это же техника трики, но у трики все-таки как-то побольше жизни. Так, но мы быстрее. А, блин, 104, а у нас что? Так у нас же 108. Блин, она замедление скорости действует. Как не вовремя-то? Ну, мы тут ничего не можем сделать уже, конечно. Подмениться обратно на него я тоже не смогу. Ну вот так давай. Кританул. Умничка. А, нам тоже прилетела контратака. Она пошла именно от Раджика. Но сейчас мы ответим. Сквозь броню, не сквозь щит этот удар был. Ну, тоже сделаем то же самое. Сейчас будет битва на выносливость. Кританул. И ударил. Вау. Ну, мы сейчас, думаю, ответим тем же. Да, кританул. А что тут по криту у нас шанс? 5% всего лишь. И добил. Так, ну, в общем-то... Я жду продолжения, а вы просто смотрите дальше. Ну и вот, да, День Святого Патрика, клевер, символ. А по поводу Альянса я бы создам, но чуть позже, ребята. Редкая башня, бой номер 2, прошло 2 дня. Вот такие вот у нас твари. Вот кого мы тестируем. Так, а вот тебя в подарок, да? Ну, в принципе, должен справиться и так, ладно, погнали.
И еще одна эпическая башня на один бой. Нет, там слишком сильные противники. Блин, это целую неделю это видео буду снимать. Так, а ну-ка. Замена с усилением. Ну давай, попробуем, сразу подменимся, там посмотрим. На два хода. А у него что? Он сейчас будет бить сразу с замедлением. Ладно, давай так. Давай, Диораджик. А почему я ничего не сделал? Почему он походил? Я был быстрее. Мои должны были удары применяться раньше. Что за дичь? Так, ну хоть добил, и то спасибо. Так, Синоцератопс. Это он сейчас мне что будет? Опережающий паралич применять? Давайте опережающую непобедимость. Куда там уже меня замедлять? И так замедленный по самое не балуйся. Ну и, конечно, паралич. Куда же без него? И, конечно же, он сработал. Так, давай, держись. Еще, конечно же, паралич. И тоже он сработал. Ну все, хана тебе. Но тут замедление как бы нам по барабану, мы и так медленней. Это была контратака, а теперь сам удар. Блин, крита не получилось. Ну все, добивай его уже. Паралич, если нам не прилетит. Броня все-таки крепкая у нас. И это была контратака всего лишь. О, да, ребятки, наконец-то попался мне Диораджик. Давайте начнем с его величества Эрли Доминуса. Так, против нас кровоточащий. Так, что у него тут, замедляющих ударов нет? Ну, получи тогда. Вот такое. А с какого фига он, блин, ну вот это вот дичь, когда показывается, что ты ходишь первым, но ты почему-то ходишь не первым, короче, меня печалит. Вот опять, ну чё за дичь, ну ё-моё. Вот так вот. Выживем, не выживем. Обычный удар, ха. Прощай, мой друг. Так, 1-1. Ну, точнее, один на полтора. Блин, он быстрее. Пробьет сейчас нафиг. Четыре, три, два, один. Блин, еще и кританул обычным ударом. И кританул. О, да.
О, нет. Ну? Уйдет в невидимость. Ну да, да, да. Так, сейчас посмотрим. Да. Да, 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 ребятки. Так, ну теперь время нам подменяться. Он еще и быстрее оказался. Ну, ладно, давайте подменимся. Диараджик. Так, у него ничего нерфящего нет. Если не пробьет нас... Ну, не пробьет, броня все-таки должна спасти. Так, ну у него иммунитет, конечно, там. А, мы его пробиваем. Не уйдешь, сначала получи. Блин, я забыл же, у нас же есть контратака. Сейчас, ну, трики сейчас получит по полной программе. Да, но ему что-то не шибко больно было. Я бы так сказал. И подмениться я не могу. Ну, вот такая битва двух одноклассников, скажем так. И то броня, и то броня. Ну, не затащил. Ну, да, по скоростям пошло не так с самого начала, ребята. Так, шел третий год съемок, а точнее уже вторая неделя. Доснимаю последний кусок по диараджозавру. Ё-моё. Так. Ну, так, погнали. Ну, постараемся выложиться диараджозавром. Я уже там столько кусков наснимал, как бы их все в кучу слепить, чтобы ничего не потерять. У меня уже еще уже два гибрида готовы, короче. Готовы показаться. А я тут все диараджозавра мучаю. Ой. Случайно получилось. Так, не только не умирай. Прошу тебя, не умирай. О, молодец. Ну, я бы мог его добить, но мы же все-таки диараджозавра хотим потестить. Так, и добьет сейчас его, конечно же. Ух ты, как он меня больно укусил. Ну да, он Рэгджи сквозь броню прокусил. Так, и Димитрич тоже прокусил сквозь броню, но что-то как-то да. Вообще иммунитет у него. Ну что ты будешь делать? А, и сквозь щиты. Ну ладно. Посмотрим. Это была контратака стопроцентная. И, собственно говоря, сама атака. Ну, наконец-то, добил. Все, торжественно объявляю съемки диараджозавра законченными. Парнишка спорный. Чем-то напомнил мне жуков из Звездного десанта. Starship Troopers. Есть что-то у него. На гробоида не очень похож. Так, а это у нас была редкая башня. Сейчас нам дадут награду за нее. А на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.